выбрались долгожданный отпуск. Это наш ребенок. Это собака. Уже проехали Мюнхен и двигаемся по направлению к Зальцбургу. По дороге купили две виньеты. Австрия, 10 дней. Спокойно. Продали словены. Козлы, конечно, фаб, да? Они только на неделю продают и на месяц. А мы едем на 8 дней, поэтому пришлось нам купить на месяц. 30 евро в Индопалуш. Иди, Альпы. Подъезжаем к Альпам. Они вообще оборзели. Дизель евро 56 литр. Кошмар, какие цены. Слушайте, в Австрии погода какая. Паскудненькая, все затянуло. Тёма, жив ты там, пёс? Ах, ребят. В принципе, нам осталось-то всего 300 километров. И тоже дом какой. Действительно, мы гору, да, проехали, поднимались вверх, здесь солнышко, ну, сразу настроение классное. Надо с вакансава. Я Эндлей. Кислое было настроение у всех. Лужайки альпийские. Прям вот экстремально хочется любого опять. Пап, твой праздник только такое? Завтра. Знаешь, папа, мы дозаешь уже до завтра, либо до вечера. Если хочешь, я тебя сегодня приглашу в ресторанчик. Сегодня? Да.
на ужин. А что-то будет потом? Пап. Продолжение банкета будет, нет? Думаю, нет, потому что все ухайдоканы и все вырубятся. Чертяк. Самый на кого оставит? Какой ресторанчик? Самый на ребенка оставит. Да, прям. Папа, они да. Отлично. Папа, я не собираюсь угробить отпуск. Он его не слушает. Да нормально они вдвоем. Главное, чтобы кто-то был с ним. Не беспокойся. Сейчас начнутся поборы. 12 евро. Это за тот участок, который мы проехали, папа, или за тот, который проедем? Смотрим, сколько с нас содрут. Сдерут. Содрут. Тёма. It's me, мама. Hello. Ну. Короче, 7.40 побор. А карты принимают или нет? Не знаю. Сплошь Голландия и немцы, Катя. Вадим, везем ты в Словению? Я? Я везем в Словению. Так, наконец-то 4 полосы. Те втиснулись в одну. Так, вторую трубу строят, кстати, по... До 24-го года, да, они хотят. Это канитель не справляется у них одна жила. Да, вторую трубу построить. Вот он, знаменитый туннель. Гряду Караванкин. Слушай, космическая бомба. Что? Как будто здесь добывает анаптанил. Осторожно. 12 миллионов за кило? По 25 миллионов. По 25? Именно оно покупает свои веселье. Справляться с таким потоком. Здесь видишь, одна шкура туда, одна сюда, все. Больше нет. 7 километров, почти 8.
километров. Двинули. Осталось 50 километров до границы с Хорватией. Километров, да. Да, место отдыха. Сейчас застрянем вот здесь на границе. Интересно, какой у них курс? Я посмотрела официально 7,5 к 1. Посмотрим. Я думаю, там на территории будет обменник. Там помимо обменника, там стоит просто банкомат. Это, во-первых, во-вторых, в ресторане. Кунами, выплевывают куны, но в ресторане можно расплачиваться и в евро. Цены там и в кунах, и в евро? Нет, они понимают к оплате евро. Они пересчитывают, и можно расплатиться евро. По своему курсу, да? Ну, извинитесь, баба, но я не думаю, что мы особо выиграем, потому что если мы будем снимать здесь деньги, то нам еще комиссию минимум 3,5 евро начислят. То есть ты предлагаешь не менять вообще? Нет, ну так не получится. Вадим, подожди, пожалуйста. Не получится, потому что там магазин продуктовые, он берет в кунах. Ладно, отключаемся. Ладно, приедем, разберемся. Как здесь налево? Здесь? Да. Здесь? А, нет, дальше, наверное. Да ну на. А, извиняюсь. Дальше. Хотя надо было все-таки там. Ты уверена? Да, навигатор говорит, надо развернуться. Вот сейчас вот здесь вот развернуться. Вот мы самые на месте, как бы. Вот такая вот у нас тут. Алло, папа, папа, квартирка. Ну и что? Папа, ну не надо. Это же прелесть. Значит, мы заселились, уже небольшой видеообзор. Так, что из себя представляют двухзвездочные апартаменты в Коннегре? В принципе, хочу сказать, что мы были приятно удивлены, потому что все было вылизано до блеска. Чистейший пол, чистейшие умывальники, раковина. В общем, остались довольны. Две комнаты. Одна из которых так представляет своеобразную гостиницу. Два дивана. Один мы оставили, один будет для малого. Обеденный стол. Ну, телевизор. В принципе, давно таких не видала. Но мы и так не собираемся усмотреть. Небольшой кухонный уголок. Опять же, плита, две конфорки. Холодильник. В принципе, я там даже не успела ничего разобрать. Ну, пихнули упаковку вина и запас колбас. Мусорное ведро, собачья миска, это понятно. Набор кастрюль, сковородок, разделочные доски. Здесь даже кухонное полотенце. Это я полуфабрикатный суп ребенку варю. Шкафчик. Миска, пепельница. Ну, остальное добро, это уже наше добро. И здесь находится набор посуды, тарелки, вилки, ложки. Ну, опять же, все чистое. Бо! Никаких нареканий. Да, осталось довольно не то слово. Две звезды, тем более насчиталось таких вот отзывов пугающих. Так, имеем небольшую кладовку. В кладовке уже часть нашего барахла. Сушилка, тряпки, ведро, огнетушитель. Вторая комната. Ну, крохотная комнатуля, в которой, опять же, имеется все самое необходимое. Короче, у нас столько денег, 200, что мы даже не можем определить. Сколько их у нас, да, мама? А? Пап смешанный, действительно. Заказали пожрать. Заказали. Да. И сейчас мама напряглась, чем рассчитываться. Че, пойдешь посуду мыть на кухню? Папа, ну какая посуда? Че, пап, скажешь? Да люблю я тебя. Чиш патэ, хаус. Данке. Ты моя хорошая.
Муха моя. Устроила мне сегодня праздник. Ну, я думаю, такой праздник у нас будет каждый вечер. Уже эти 4, сколько там, 5 дней, да? 7 дней? Ну, я туда прибавлю. Да ладно, брось ты. Ты же у меня хорошо зарабатываешь. Лыжи. Дядя пила спирта. Да, я пиваса напился, генук. Посмотри, на что щедро ты дома. Че нам это? Дыню с ветчиной. Попробуем? Это супер, на, попробуй. Я дыню не рискну есть с ветчиной, честно говоря. Мой ты организм гурман. Может отреагировать байконурчиком. Я тоже такое сочетание не особо люблю. Мухи отдельно, котлеты отдельно. А, собственно, надо же всю панораму, да, показать, как бы. Что за нами творится? Вот мы сидим в этом, в кедровом лесу. Блин, надо так, чтобы люди не попадали в кадр же, блин, а. Вот на берегу, как это называется, бухта там, ну, короче, полуостров Истрия. Вот. Адриатическое море. Не знаю, как называется вот этот заливчик. Ну, очень тут душевно. Да даже нашему псу понравилось. Кедрач. Но это не тот кедрач, который там у нас в Сибири растет, на Дальнем Востоке, в Алтайском крае. Это несъедобный кедрач. Слушай, красивый, пап. Я уже 3 штуки притащила. Он сам весь красивый, но только толку от него. Ну, в принципе, да, смотри, какая тень классная, да? Какая территория. Да. Все в тени. Ну, как-то не хочется ничего менять. Следующий год, я думаю, брыж. Да сюда, да? Приеду. В принципе, 7... Следующий год, вот... 7 часов езды. С нашим, да, крокодилом. 7 часов пути, да, мы затратили где-то, да, сюда, да? Достаточно повезло, да. Потому что мы не стояли всегда. Достаточно быстро мы сюда добрались. Где-то 7-8 часов мы уже здесь были. Сколько раз останавливались? Ну, еще делали там паузы. Небольшие. Ну, очень душевно здесь. Как-то приятно. По-простому. Без пафоса. Но... Здесь какая-то рыбка, морской окунь, а какая-то рыбка еще какой-то морской, черт его знает кто. Ну вот, принесли вот такую вот нам тарелочку на двоих. Вот. Картофель. Я уже немножко пьяный. Ну, ничего страшного. Рыбки, мама у нас трезвая. Как я эта рыбка, я не знаю, как она называется. Тоже, короче. Кушаем, потому что голодные. Сейчас мы покушаем, потом мама расскажет, как это все было.